Добрый вечер, дорогие друзья. То, что я сейчас покажу, это не совсем номер. Скорее, это некое действо. Это полнейшая импровизация. Вот. Давайте представим, что мы находимся в космосе и слышим то, что происходит там. Вот, пожалуй, все. Жуткое ощущение, знаешь, как будто в лесу потерялся и с тобой деревья начинают разговаривать.